Всем привет! 9 мая, 16 год, на улице, в тени, сейчас плюс 12, на солнце потеплее, ветер утих, облет. Вчера приехал, выставили пчел из амшаника, пчелы пошли на облет. Обеденное время. Ули прогрелись немножко на солнце, и пчела потихоньку пошла на облет. Это вот зимой стояли. Не спеша, не массово, потихоньку пчела выходит на облет. Первый день тепла сегодня. Потом обещают нам через 2 дня опять похолодание. Поэтому сегодня, может, завтра еще тепло будет, облетяться. Что я делаю первым делом? Первым делом при выставке из амшаника я закрываю нижние литки полностью. Пчела идет через верхний литок только. Для чего я это делаю? Во-первых, похолодание будет. Внизу холодно, холод заходит. И основное это что? При малейшем поступлении какого-то взятка, пыльцы, пчела пойдет искать, где ей что-то взять. Искать взяток. И наиболее сильные предприимчивые семьи выбивают слабые через нижние литки. На нижних литках в это время охраны нет никакой. И сильные семьи разворовывают слабые. Такие прецеденты у меня уже были. Вот уже несколько лет подряд пользуюсь таким приемом. Все закрыто. Вот семейка. Тоже пошла на облет из амшаника. Отводок прошлогодний, летают. Только через верхний литок. Нижние закрыты. Сейчас другие пойдем посмотрим. Вот семейка выставил. Вот они еще через нижний литок вход, но только верхний. Вот внизу греется на солнце. Вот новое место. Тоже в амшанике стояла семья. Пошли на облет. Донья буду чистить позже, после облета, чтобы не мешать пчеле облетываться. Нижние литки закрыты также, чтобы пчела не выносила мусор. Потом буду менять донья и заодно почищу. Пчела идет только через верхний литок. Некоторые семейки стоят еще, не облетываются. Значит, у них все нормально. Следовых сегментовых на ульях нет. Значит, по назематозу более-менее тоже зимовка прошла нормально. Самый радостный день в жизни пчеловода. Так, прервемся сейчас. Вот, сейчас посмотрим. Вот семейка. Ни одной пчелы нет. Не желает вылетать.
тут отводочек прошлогодний. Сидят, пока летать не хотят. Ну что же, подождем. Пускай пока сидят. Вот семейка, показались первые пчелки. Литок закрыт нижний. Первые пчелки выходят. Литки также не полностью открываю. Сейчас проверю, пойду утепление. Сырые заменю на свежие, теплые. Утеплю сбоку. Завтра, может, если погода будет, будем потихоньку уже можно приступать к чистке доньев. Всех с первыми облетами. Всем пока.